Аллах твои дни. Я бы хотел, чтобы у Султанбека было 12 таких дочерей. А зачем? Тогда бы одном выдал за Бека, другую за Хана, ну, третью за купца, а последнюю за меня. Нет, за меня он не выдаст. Я ведь бедный Аршин Молчи, а он Бек. Значит, ты не жена? Конечно, нет. А почему ты до сих пор не женишься? Я поклялся жениться только на той, которую увижу и полюблю. А из тех, которых я видел, только одна пришлась мне по сердцу. Но ее не отдадут за меня. Разве она сама не хочет выйти за тебя замуж? Наверное, не пожелает. Она дочь Бека. А ты бы спросил у нее, откуда ты знаешь, что она не согласится? Это правда, ханум. В таком случае, я и спрашиваю, ты пойдешь за меня замуж? А? Кто? Я? Да, ханум, ты. Я думала, ты говоришь о другой. Нет, та, которую я полюбил, это ты, ханум. Не зови меня ханум. Меня зовут Гюльчахра. Гюльчахра? Много я прошел дорог, все найти тебя не мог. Ты явилась предо мной, и теперь я сам не свой. Погляжу на нежный рот, на бровей твоих полет. От любви мутится ум, пожалей меня, ханум. Полюбил тебя всей душою, я полюбил одну навек. Без тебя мне жизни нет. Полюбил тебя всей душою, я полюбил одну навек. Без тебя мне жизни нет. Мне достали руки все, мне могу понять.
Полюбил тебя всей душою, я полюбила одну.